Ребятки, всех приветствую на своем канале. Сегодня срочное видео для всех, может кому-то пригодится, по поводу регулятора тормозов, простонародье колдун. В последнее время, катаясь на десятке, заметил, что у меня задние тормоза срабатывают раньше передних. Особенно это проявлялось на очень маленьких скоростях, например, там переезжаю какой-то переезд, начинаю подтормаживать и слышу скрип именно с задних колес. И самое страшное — это на больших скоростях. При большой скорости, при оттормаживании, машину уводила в сторону, кидала. Я так почитал, посмотрел, это оказался регулятор тормозов. Ну, естественно, задние тормозят раньше, надо что-то с этим делать. И сейчас вам покажу способ, которым я устранил эту неисправность буквально за считанные минуты. Не знаю, надолго ли этого хватит, но узел я не менял, не выбрасывал его. Все осталось в стандартной схеме. Все теперь работает. Итак, сейчас идем под машину, показываю, где он стоит и что можно с этим сделать буквально за секунды. Так, ребятки, стелим что-нибудь на землю и ныряем под машину возле левого колеса заднего пассажира. В этой части автомобиля находится регулятор тормозов, распределение тормозных сил, в простонародье колдун. И походу у меня закис шток, который здесь есть. Что я сделал? Я взял вот такую вот смазочку, ну, типа ВД-40, тоже с такой вот трубочкой. Все они идентичны. И пыльничек отодвигаем немножко. Засовываем туда трубочку. И заливаем. Вот так вот засовываем трубочку. Желательно верхнюю часть. И вот так под пыльник залил вот этой смазочки. И машина постояла буквально часик. И этот шток откис. И поехал я уже домой, и чувствую, у меня начали передние тормоза схватывать намного раньше задних. Ну и, конечно, ребятки, проверьте вот это вот расстояние между вот этими пластинами. Но должно быть в районе 2 миллиметров. Если там расстояние будет меньше, естественно, задние тормоза у вас будут схватывать раньше. Для этого надо отрегулировать положение вот этого вот всего узла. Регулировочки есть в интернете. Ну, пока я не буду регулировать свой, потому что тут у меня как раз ровно 2 миллиметра. И тормоза после вот такого, вот такой вот процедуры начали работать просто замечательно. Надеюсь, это поможет не на 2-3 дня, поможет на более длительное время, потому что менять сейчас вот этот узел дороговато будет и накладно по финансам. Плюс, если он отмок, почему бы дальше на нем не ездить. Вот такие вот дела. Вот такая вот процедура мне помогла. Может, кому-то тоже надо будет. Попробуйте, может, и вам поможет. Вот так даже удалось снять работу этого регулятора. Я нажимал педаль, вы видели, шток выходит. Он откис. Теперь тормоза работают замечательно. На большой скорости меня не кидает. Я прямо чувствую, что вперед начинает тормозить первым. Зад потом подключается немножко попозже. Ну, распределяет тормозные усилия. Все как должно быть. Вот, вот такая вот неисправность была, вот так легко устранил, может кому-то это понадобилось видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите дальнейшие видео. Всем удачи, всем пока, берегите себя и близких.